сказал, что сгорел мотор. Ну что ж, это спойлер, в общем. Ну так что, есть слова, которым ты меня научишь? Да, есть одно. Мускуфи, февраль, апрель, альмады, валикинена нуа. Вы делаете велик там за сотни тысяч, потом понимаете, что он полная фигня, что он не делает литровый мотоцикл. Потом понимаете, что он не делает там истребитель Су-27. Просто как бы вначале он его делает, а потом все-таки сушка уходит. Всем привет, дорогие подписчики, и сегодня у нас очередной проект, хотел сказать, декассификация, на самом деле диагностика. Этот прекрасный электровелосипед на раме Raptor начал свое путешествие, и я наблюдал за ним какое-то определенное время. Очень часто те, кто живут в Санкт-Петербурге, периодически обращаются ко мне с какими-то вопросами, пожеланиями, предложениями. И, в частности, вот этот велосипед, по-моему, он еще был в другом немножко цвете, он уже есть на моем канале. Там мы меняли контроллер Infineon 18 фет на 24 фета. Несмотря на то, что я, в общем-то, был уверен, что это операция такая, не имеющая никакого смысла, потому что 18-ка давала соточку, да, и не сгорала. Мы поставили 24, и я сказал, блин, больше, чем 90, не ставь. Вот, но это изначально было, в принципе, мной рассказано подписчику, который захотел такой апгрейд. Я ему объяснил, что, ну, лучше не будет, в общем-то, ты токи только снизишь по факту. Вот, ну и тем не менее, как бы, этот велосипед, он постоянно находился в тюнинге. И вот если обычно человек, который получил свой e-bike, и он начинает его как-то ухаживать, да, то этот велосипед, он становился только круче год от года. Могу отметить, насколько вот все красиво, с душой сделано. А, может быть, если бы человек делал бы велосипеды чаще, да, то какие-то мелкие нюансы, где-то стяжечки, где-то еще чего. Но я сам постоянно над этими моментами работаю, поэтому не могу ничего сказать против и не могу сказать, что где-то что-то плохо или недостаточно круто. На самом деле все очень круто, потому что попробуйте сделать такой велосипед. Некоторые компании, в принципе, делают электровелосипеды значительно хуже, чем вот этот подписчик. Но беда случилась в тот момент, когда он сказал: «Лёша, я хочу быстрее». Я сказал: «Нет, быстрее мы поехать уже не можем, потому что, несмотря на то, что напряжение уже за 100 вольтами, и используем уже компоненты, которые не проверены, которые не широкими тиражами выпускаются, и нет какой-то статистики наработки на отказ, соответственно, подписчик сказал, ну, кстати, я не знаю, насколько это вообще корректно рассказывать, я стараюсь рассказывать по минимуму, без каких-то таких вот личных деталей, потому что я, конечно, не врач, не юрист, но все-таки какая-то тайна во мне есть, наверное, да? Потому что я много чего знаю, и, казалось бы, иногда хотел бы рассказать, но не хочу рассказывать, потому что, с одной стороны, это некрасиво, когда кто-то говорит за спиной что-то, кто-то рассказывает, но мы сейчас к этому перейдем, в общем-то. И, в общем-то, я сказал, что, ну, понимаешь, как бы я вот больше тебе ничем не могу помочь, потому что если я сделаю как ты хочешь, будет плохо, но все сгорит, и ты в итоге скажешь, ну, понимаешь, как бы, ты, конечно, предупреждал, но ты же сделал, и теперь давай разбирайся, как бы, да, ну и будет какой-то небольшой осадок. Хотя я знаю, что осадков на самом деле много, может быть, не все всегда всеми довольны, и это, в общем-то, нормально, то, что это взаимоотношения людей, с кем-то получается найти общий язык, с кем-то нет, кто-то, в принципе, может, неадекватен, и, возможно, это я, вот. Но, тем не менее, давайте продолжим. Итак, этот велосипед не ездит с весны. Почему? Блог у нас, в принципе, без мата. И хотел бы я, конечно, объяснить всю ситуацию более емко. Короче, велосипед стоит с весны. Почему? Потому что, в общем-то, его не могут починить и разобраться, в чем ситуация. Там тот, кто делал там контроллер, говорит, что проблема с тем, кто делал мотор, тот, кто делал мотор, говорит, что дело в батарейке. И вот они так вот между собой как бы общаются, да. А подписчик, он туда-сюда как бы едет между ними, да. И, как я понял, решил приехать ко мне, как все-таки, ну, наверное, к человеку, который несколько старается быть объективным, да. И сказал, что у меня вот нужно заменить датчики холла в моторе. Я сказал, да, не проблема, там, назвал ему сумму за замену. И когда он приехал, оказалось, что датчики холла в моторе исправны. Я позвонил и сказал: слушай, как бы у меня не получится с тебя денег срубить, потому что тебе не нужно чинить твой велосипед, у тебя в порядке датчики холла. И это, конечно, шок, но, с другой стороны, лучше бы это были датчики, потому что, в общем-то, у меня, смотрите, здесь есть вот такой тестер. Вот, я его, в общем-то, подключил, соответственно, в начале к первому датчику. Кстати, обратите внимание, да, в каком здесь все состоянии, да, то есть вот это висящее, да, на
проводах, но вот у Osmo макросъемки нет, с близкого расстояния не получится. Но вот посмотрите, копна проводов. И, в общем-то, как это все работает. Значит, видим, да, одна лампочка горит, вторая, средняя не горит. То есть этот комплект датчиков Холла. Напоминаю, что сказали, что очень сложно разобраться с датчиками Холла, вообще не профильная тема, что обратитесь в другое место или к нам зимой. Но это со слов, опять-таки, подписчика, может быть, он приврал немножко. Вот, но, тем не менее, как бы велосипед стоит с весны. Потому что в какой-то момент, наверное, человека отшить и сказать, что как бы гуляй, проще, чем решать его проблему, особенно если чувствуешь, что где-то не прав. Потому что я лично, чтобы избегать всяких ситуаций, сразу объясняю, ребят, я вам это делать не буду, или я буду делать, но все сгорит, имейте в виду, что вы должны контролировать. Вот видите, работает все три датчика, да? Теперь дальше. Значит, если его немножко покатать, ну, я уже говорю, что у кого есть тестер, у кого нет тестера, те могут взять тестер обычный электрический, подключиться между черным и сигнальным, подать 5 вольт и смотреть, при небольшом движении мотора будет изменяться напряжение. Значит, у кого тестера нет, значит, смотрите, вот велосипед. Вот он едет, я его качу, и он как будто где-то что-то задевает. Класс, 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 класс. Вот это звук, который я слышу в моторе. Берем, просто вынимаем все вот эти, сохраним термоусадку. Мы не теряем запчасти. Теперь смотрите. В принципе, все то же самое. То есть, если бы это был действительно контроллер, то у нас бы велосипед стал бы ездить нормально. Но так как у нас, судя по всему, несмотря на то, что датчики Холла неисправны, это говорит о чем? Что у нас межвитковое замыкание. Давайте пойдем дальше, посмотрим. Просто то, что просто видно невооруженным взглядом. Посмотрите, сюда. Вот это провод, он поврежденный. Когда это все собирали, я не знаю, как сделать здесь более грамотно, да? Я бы этот вопрос решал, если бы мне этим пришлось заниматься, да? Наверное, пришлось бы отодвигать как-то дополнительно или хотя бы стяжку ставить. Но, тем не менее, видно, что пропилил диск провод. Но, в общем-то, в принципе, это не самая большая проблема. Я думаю, что это могло причиной быть того, что датчик Холла накрылся, да? Но, в общем-то, не было причиной, почему сгорел мотор. Ой! Я сказал, что сгорел мотор. Ну что ж, это спойлер, в общем-то. На самом деле мотор действительно сгорел. И это тоже очень сложно, как можно диагностировать сгоревший мотор за все лето. Ведь это же надо открутить хотя бы пару болтиков на моторе. И в эти новые отверстия просто хлынут ароматы вот этого горелого мотора. Мотор, кстати, я могу сказать, что как отличить хороший мотор от плохого? Спалить. То есть, если вы мотор сожгли хороший, то он будет равномерно черный. То есть, обмотки все постепенно, равномерно начинают нагреваться, переходят критическую температуру. Бывает, что это еще и не одна прожарка, бывает несколько. И в какой-то момент вы понимаете, что все, вот у вас он также не крутится. Соответственно, берете, открываете мотор и видите, что все равномерно черное. У меня есть фото, я сжигал свои собственные моторы. И я могу показать, если надо, если попросите в комментариях, отдельную фотографию прожаренного хорошо мотора. Здесь мы видим, что сгорела только небольшая часть обмоток. То есть, грубо говоря, было слабое место по каким-то причинам. Либо медь в этом месте была тоньше, либо плохая намотка. Кстати, намотка действительно плохая. Я не хочу сказать, что все моторы этой фирмы плохие. Это на самом деле мотор Мксус, на котором написано 5 киловатт. С той стороны есть маркировка E4 Bike, но они-то уж точно ни в чем не виноваты. Ну, кроме того, что берут самые, в принципе, дешевые моторы, которые выглядят, кстати, внушительно. Мотор действительно классный, широкий. Но смысл в том, что он должен был сгореть иначе. Он должен был сгореть равномерно, а не в одном конкретном месте. То есть, конечно, может быть, и что одна конкретная фаза сгорела из-за того, что было замыкание в одной конкретной фазе. Но, тем не менее, вот что было, то было. Имеем сгоревший мотор. И, в принципе, конечно, моторы сгорают не просто так. Это значит, что в попытке как бы увеличить скорость кто-то выставил уже такие предельные значения. Это первый вариант. И второй вариант, что просто заказчик где-то в горку поехал, а электротранспорт очень хорошо спаливать можно в горке. То есть достаточно одного хорошего подъема на небольшой скорости. Ну или на большой скорости, но очень хорошего подъема. И в принципе можно спалить либо мотор, либо контроллер. Не всегда даже термодатчик поможет здесь эту ситуацию решить. Короче, имеем ситуацию, что очень сложно, конечно, было это все диагностировать. Вообще нереально, потому что, ну, тестера-то ни у кого не может быть, да? Кто берет деньги за тюнинг электровелосипедов,
1800 рублей здесь и баксов 5 в Китае, да, и, соответственно, обычного тестера тоже нет, знаний, ну, откуда могут быть знания, если люди занимаются, в принципе, ну, короче, надо призвать здесь нашего Сергея Лаврова, чтобы он, в принципе, выразил мое отношение. Ну так что, есть слова, которым ты меня научишь? Да, есть одно. Мускуфи, февраль, апрель, альмады, валикинен вас. Я прошу вас прощения, мои родные. Ну вот я такой убогий и неполноценный человек. Но я не ругаюсь в этом. Но мое мнение все-таки, наверное, больше с третьим оратором, который вот сейчас присутствовал на видео. Я с ним все-таки больше согласен, что это, в принципе, не так необходимо. Но, тем не менее, случай именно тот. Велосипед мог бы, наверное, и покататься, потому что, да, сгорел мотор. Ну, разбирайтесь в причинах, выясняйте, кто дурак там, кто газовал, кто ставил, кто настраивал. Ну, кто-то может быть виноват. Может быть, кто-то и вообще не виноват, потому что, ну, так звезды сложились. Иногда и лампочка сгорает, правильно? Когда мне говорят, ой, у тебя 3-киловаттный мотор, нет, это неинтересно, мы лучше возьмем за 5 киловатт. Да берите, ребят, берите, пожалуйста, как бы и... Ой, как сказать-то попроще. Не все моторы одинаково качественные и полезные. Просто вот в этом моторе количество меди примерно такое же, как в 500-ваттном моторе, если смотреть вот по верхах. Нормальная намотка, плотненькая, да, это когда, в общем-то, витки один к одному, все аккуратненько, медь толстая. А, соответственно, когда мы начинаем экономить, там, получаем вот такие моторы. И, в общем-то, покупатели-то не очень виноваты, потому что, конечно, хочется взять мотор на 20-ник дешевле, потому что, ну, зачем брать... более дорогой, если здесь, в общем-то, тут даже круче, тут номинал-то якобы 5 киловатт, потому что, ну, магниты широкие, да, ну, можно магниты вообще сделать там метровые, да, и одну проволочку намотать, как бы будет все то же самое, что люди ценят, вот. Потому что раньше исторически, как бы, люди по магнитам смотрели мощность мотора, а потом они просто забыли, что медь очень дорогая, ее надо экономить, и, в общем-то, те, кто не забыл, стали экономить на медь. В общем, получился вот такой диагностический у нас коллапс, да, потому что, в принципе, удалось ценой, как я уже объяснял, неимоверных усилий продиагностировать мотор, убедиться, что он сгорел. Ну и, в общем-то, надо теперь дальше решать, что с этим делать. Но я одно могу сказать, что бывает ситуация, когда говорю, что извини, как бы, ну, нам не по пути. Потому что я прекрасно понимаю, что если мы, вот, допустим, пытаемся преодолеть какие-то рубежи по мощности и по скорости, да, допустим, за 100 км в час, там, да, какие-то сумасшедшие мощности, значит, нам, вот эта зверюга. Я еще когда 24-фетный сюда ставил контроллер, это был действительно аппарат-зверь, потому что попытка повернуть ручку газа, и он как бы вперед ускакивает, вот, то есть он сзади, если к нему автомобиль привязать, он не то что его потянет или разгонит, он как бы будет как эта банка за собакой на хвосте болтаться, потому что это реально очень злой аппарат. И в том числе благодаря вот этому китайскому контроллеру Сабатрон, который очень чем-то похож на Келли, вот, но не обладает самым важным, это, в общем-то, некой надежностью, потому что пока нету какой-то статистики, да, и, в принципе, ну, видно, что вся эта система работает очень, как бы, интересно, да. Я могу сказать, что все те контроллеры Келли, Сабатрон, с которыми я сталкивался, они людей в итоге почему-то разочаровывали. Наверное, кстати, это было потому, что люди не понимали, как их настраивать. Вот мы сейчас, в принципе, начали с того, что я вроде бы стараюсь не мутить как бы воду и не рассказывать всякие истории, но однажды у меня человек попросил контроллер на 18-фетный, я ему заказал, отдал, а потом стал установщик звонить со словами, что вы такую за ерунду продали, что типа, ну какая-то там проблема была, то ли не работает, то ли еще что-то. Я говорю, хорошо, а как вы его запрограммировали? Что? То есть, в общем-то, на рынке есть много людей, которые, скажем, оказывают услуги профессионально, но профессионалами не являются. А у меня ситуация обратная. Я услуг, в общем-то, не оказываю, там, у меня это хобби. То есть, если кто-то из друзей притащил, ну, допустим, товарищ мой, можно сказать, мы начинали с ним электротранспортную тематику много лет назад. Ну, как начинали? Не то, что мы что-то начинали. Он делал свое дело, я делал свое дело. У него получился такой велик, у меня получилось там большее количество других великов. Ну и, в принципе, подобного плана у меня тоже велики. Сейчас очень присутствовали до недавнего времени, пока я их не распродал, и сейчас вот не вложился там в веломобили. Кстати, опять надо в нее вкладываться, расширять. Вот, то есть электротранспорт, он, в общем-то, достаточно расходная часть. Вы делаете велик там за сотни тысяч, потом понимаете, что он полная фигня, что он не делает литровый мотоцикл. Потом понимаете, что он не делает там истребитель Су-27. Просто как бы вначале он его делает, а потом все-таки сушка уходит. И вот эта вот тяга к скорости, она присутствует. Потому что на самом деле
всегда хочется большего, но иногда большее не значит лучшее, потому что, вот, допустим, этот мотор, он как больше, чем Кваншунь, в плане там размеров, габаритов, да, но внутри он, извините, как бы не очень, потому что вот как минимум в плане, если посмотреть, как он сгорел, да, у него сгорели конкретные там участки обмоток. То есть нагрев был абсолютно неравномерный. То есть не то, чтобы он доходил до предела целиком, просто выявилось слабое место. Тут мощность, ну, порядка, наверное, 10, там, может быть, больше киловатт была. И этого хватило. Может быть, горка какая-то была, может быть, подъемчик затяжной там, да. Но, в общем-то, вышел из строя этот мотор. И вся королевская конница, вся королевская рать не смогла разобраться в причине... Наверное, надо опять запустить Сергея Лаврова. Вот. Ну и, соответственно, велосипед простоял. И теперь мало того, что надо менять мотор, платить деньги, еще надо ждать, пока это все будет заспецовано, переделано, перепаяно. Можно было бы этот вопрос там решить за недельку, за две. Но, соответственно, началось как бы там, посмотри туда, в каком филиале карточку открывали, туда и приходи. Русская земля широка и полна. Многим, ну, в принципе, если даже посмотреть на меня, уже можно иметь представление о том, что творится у нас на нашей земле русской. Вот. Ну, получился такой длинный обзорный ролик. Ну, давайте велик посмотрим. Кстати, самое смешное. Автомат выключен, а здесь все работает. Фары работают. Там сзади фара, сверху фара. Аварички, поворотнички. То есть я даже не знаю. Бибикалка. Это, наверное, круиз. Так, ну это я выключу поворотники. Это на самом деле я боюсь нажимать, но у меня мотор отключен, поэтому я не сильно боюсь. Вот, кстати, я бы не стал на таком мощном велике делать вот так электрику, как было сделано. Причем, как у подписчика, как я понимаю, сам особо так вот таких дел не делает. Это кто-то из, скажем так, профессионалов постарался. То есть, почему надо было сделать так, почему нельзя было разделить схемы, чтобы вот именно включалась вся электрика сразу? Потому что получается что? Что у нас только контроллер отключается, а если где-то замыкание будет? Ну, в принципе, ладно, наверное, ничего страшного, тут всего больше 100 вольт. Вот, ну, соответственно, что тут у нас есть? О, рекуперативный курок, это же, в общем-то, Сабатрон, значит, он тормозит рекуперации. Ну, кстати, рекуперация — это тоже хороший способ что-то загубить. Он, кстати, ходит, он как-то мне не очень нравится. Как-то застревает, что ли, плюс как он закреплен. То есть он не закреплен в принципе, он просто упирается в зеркало. Ладно, это как бы я придираюсь, на самом деле. Чего я, в принципе, пристал? Люди сделали классный байк. Может быть, даже в чем-то лучше, чем некоторые мои модельки, да? Все тут зеркала, там, крепеж, там. Ну, как бы есть там вопросы, почему сделано так, а не иначе. Но, в принципе, с другой стороны, сделано все неплохо, интересно и... Не мне судить, в общем-то, судить вам. Вспомнил, что я еще как-то в какой-то момент ставил сигнализацию. Но я не знаю, здесь моя сигнализация стоит или уже какая-то другая. Вот, потому что я помню, моя сигнализация как-то была нечувствительная с учетом массы этого велосипеда. Его приходилось так нормально трясти, чтобы оно работало. Вот, цепи здесь нету, здесь у нас подножки. То есть, в общем-то, это уже явно что-то, что требует с собой хоть каких-нибудь прав автомобильных. Ну, знаете, с такими мощностями это уже как бы совсем другой класс, это другие мощности. И это реально, на самом деле, адовый ад. Вот, давайте посмотрим, что здесь еще на руле есть. Термометр вот такой стоит прикольный. Давайте поедем. Так, провода у меня там не замкнуты. Поехали. Ничего, что мотор отключен? Ничего. Поехали. Все нормально, циклонолист срубился. Можно ехать, ручку газа крутить. Да, пожалуйста. А, это второй циклонолист не отображает. То есть, в принципе, 109 вольт это напряжение текущее. Вот, фары горят, вся электрика работает. То есть, пожалуйста, оставляйте на зиму. Соответственно, не переживайте, что батарея разрядится. Не переживайте, что где-то чего-нибудь заденет. Ну, ничего страшного, батарейка всегда под напряжением. Вот такой получился у нас проект по диагностике. То есть, просто все, что мной было сделано, это диагностика. Но, правда, пришлось все перелопатить, подключать контроллеры, делать разъемчики, подключаться, врезаться. И самое, на самом деле, сложное было открыть мотор. Мне пришлось двумя ногами прыгать на нем, чтобы его хоть как-то разобрать. То есть, моего веса с трудом хватило, чтобы просто его приоткрыть и заглянуть внутрь и убедиться, что с мотором все плохо. Вот такой получился ремонт нашего электровелосипеда. И могу сказать, что путь к мощности, к скорости, он всегда очень тернист. И еще более тернист путь к совершенству. То есть, обычно... Надо собрать несколько, может быть, даже десятков электрических велосипедов, чтобы прийти все-таки к самому оптимальному, самому крутому варианту, как минимум для себя. То есть, чтобы угодить какому-то неограниченному кругу лиц, это вообще на самом деле
опыт требуется колоссальный, и то же самое с ремонтами. То есть каждый электровелосипед, он подкидывает какую-нибудь такую задачу, да, которая вроде бы и очень простая, но решить ее иногда очень сложно. И даже вот имея какой-то большой опыт, каждый раз начинаешь думать со словами, ну как же так? Я вот, допустим, сейчас делал диагностику, я смотрю, датчики живые, все в порядке, подключил контроллер, соответственно, ну не работает, ну ладно, как бы, подключил в бездатчиком режиме, опять не работает, думаю, что такое, открыл, ну и, соответственно, открутил первый винтик, уже было понятно, что мотор сгорел, потому что запах горелого мотора ни с чем не перепутаешь, вот, и на самом деле... Это особенность вот электротранспорта, что он не очень любит, когда его очень сильно нагружают по температурному режиму. Поэтому, если вы катаетесь, проверяйте нагрев. Мотор не должен быть вот таким отвратительно горячим, когда даже рука не держит. Вот. Точнее, он может быть, но если после этого он не становится еще более обжигающим, там, что уже вода шипит, потому что в такой момент внутри уже на моторах действительно большая температура. Хотя могу сказать, что нет такой практики, люди обычно не ставят термодатчики. Почему? Потому что лишняя работа, лишняя возня, лишние затраты. И в принципе те, кто делает для себя крутую конфигурацию, они знают, на что она способна. Точно так же, как те люди, которые тюнингуют автомобили, они же не ставят какие-то датчики, которые предотвратят взрыв двигателя, да, из-за того, что там давление слишком большое будет. Нет, они просто открывают азот, там в двигатель делают закись, впрыск. И, соответственно, оно несется на бешеной скорости. С электротранспортом то же самое. То есть самые мощные, самые топовые электробайки, они всегда будут менее надежны, чем какие-то просто крутые и быстрые байки, которые ездят на скорости, допустим, 80, и, соответственно, на расстоянии там, в 50 километров. То есть если мы хотим увеличить скорость, мощность, мы сразу как бы теряем надежность, причем также, наверное, экспоненциально. Потому что слишком большие токи, слишком мощные переходные процессы, и слишком сильно мы зависим от качества китайских комплектующих. И если у нас какая-то массовая идет партия, там зарядок на 72 вольта, например, да, BMS, то они более-менее надежны, уже отработаны, есть проверенные варианты, поставщики. Когда мы берем какую-то новую уникальную там плату на 150 вольт, ну, допустим, вот единственный надежный контроллер это Infineon, который по специальному заказу делается на 150 вольт. И то количество отказов с ним выше, чем на обычных транзисторах 4115. Вот, это связано просто с особенностями электротранспорта. Вот, поэтому, когда вы занимаетесь как бы тюнингом, увеличением скорости, всегда вы будете с этим сталкиваться. И если вам нужен реально вот самый мощный велосипед, а этот электровелосипед, на самом деле, вот по моему мнению, сейчас, наверное, самый мощный в Питере, потому что как бы вот я знаю товарища, у которого 7 киловатт, да, а здесь, ну, явно за 10. Но, соответственно, тот, который 7, он еще как бы ездит на работу каждый день, а этот стоит. Ну, я не знаю, как бы здесь основная причина, почему он стоит. Ну, наверное, просто вот так вот не получилось людям разобраться, да, что именно сгорело, что именно испортилось. Может быть, не хотели по какой-то причине. Вот. У меня тоже бывают косяки, у меня бывает там человек вот ко мне приехал, загрузил, уехал, уже все не работает. Но я считаю, надо вот любую сложившуюся ситуацию пытаться решить или хотя бы просто расставить точки над «и» там, да. Что там стулья были, были, деньги были, были, стулья есть, деньги есть. Или, допустим, что была какая-то договоренность конкретная или не была. Ну, хотя бы вот это как-то надо разложить по полочкам, а не говорить о том, что, ой, типа, знаешь, мы сейчас не можем твой велик посмотреть, приезжай зимой, тогда и разберемся. Но, наверное, там типа датчик холла в моторе. Да, действительно, датчик холла в моторе. Но на самом деле это может быть и контроллер тут тоже немножко подгадил с тем, что он накрылся, какая-то фаза там начала подглючивать, и из-за этого, собственно, и датчик. То есть мы имеем просто сгорание всего, кроме аккумулятора, скорее всего, потому что обычно, когда мотор уже в труху, то и в контроллере уже, скажем так, ничего хорошего не происходит. Ну вот такой получился ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Да, с этим роликом, я думаю, хватит.